Интересно, а сбрасывается ли круг у этих самых людей, когда мы их уничтожаем? То есть, если они, по сути, круг не доезжают, а сразу резаются? Всем привет! Что будет, если я скажу вам три слова? Human Memorial Stadium. Что-то в голове у вас сейчас появится. 3, 2, 1. Ладно. Human Memorial Stadium — это стадион, который находится в GTA Vice City, рядом с Human Condo тем же самым. И, соответственно, на нем с 20:00 до полуночи можно принять участие в различных увеселительных мероприятиях. Первое такое мероприятие, на которое мы сегодня с вами сходим и кое-что протестируем, называется Hot Ring. GTA Vice City — это вообще стало первой GTA, в которой появились такие состязания. В GTA San Andreas в разных городах, конечно же, тоже есть подобные заведения. Но здесь это все находится на одном стадионе. Соответственно, там находится в разных частях San Andreas. В четвертой, если я не ошибаюсь, и пятой такого уже не было. Типа Blood Ring, но Hot Ring... Нет, Hot Ring, кстати, по-моему, тоже не было. Так вот, мы сегодня с вами протестим несколько вещей на Hot Ring. И первая из них будет такая, которую я никогда вообще не тестировал. Итак, Hot Ring. Для начала мы начнем, пожалуй. И сразу же выходим из автомобиля. Для начала я хочу попробовать пробить Big Ben. А, your car has been destroyed. Ладно, сори, извините. Кстати, Hot Ring, по-моему, нельзя будет пройти во второй раз в один и тот же день. Потому что слишком много времени занимает гонка. Ладно, теперь сделаем по-другому. Я хочу протестировать в этой миссии, что будет, если уничтожить всех своих оппонентов. Можно ли это сделать? И не накажут ли нас как-то за это? Давайте мы сейчас это проверим, потому что я этого никогда не делал. Итак, вот они уже едут. Так. Ну, я их буду вот так вот косить по одному примерно. Так. Найс. Слушайте, по-моему, я их кашу, а они не убавляются. Вам так не кажется? Нет, серьезно, по-моему, я их кашу, и ничего не убавляется вообще. А-а-а, вот почему. О! Я еще и сдох. За мои же деяния меня же еще и убили на этом хот-ринге. Погодите, то есть что получается? На хот-ринге невозможно никак избавиться от своих оппонентов, что ли? То есть... В любом случае, оппоненты будут появляться новые из той самой страшной комнатки, да? Ну, хорошо, хорошо. По крайней мере, этот вопрос меня уже больше не мучает. Надеюсь, вас теперь тоже. Теперь я, соответственно, подожду, когда будет доступен второй раз Hot Ring, потому что сейчас Blood Ring уже даже доступен. Но мы к нему вернемся уже в следующий раз. Итак, снова выбиваю Hot Ring и с вами направляемся опять на стадион. На сей раз мы попробуем другой вариант. Мы попробуем несколько раз выиграть этот самый Hot Ring. Проблема главная в том, что сейвами невозможно задоджить, например, Blood Ring или Dirt Ring. То есть, как вы понимаете, нужно принять участие, хочешь ты этого или нет, в этих состязаниях. И только после этого мы можем так вот добраться до Hot Ring. Насколько я помню, если мы выигрываем в первый раз, нам... смотря еще какое место мы займем. Если мы займем первое место, если я опять же не ошибаюсь, то нам дадут автомобиль. Рядом с Human Memorial Stadium, там на парковочке, будет находиться автомобиль, вот если я не ошибаюсь, вот этот вот как раз таки. Я не помню, как он называется, Hot Ring Racer, по-моему, называется, да? Да, по-моему, Hot Ring Racer. И, в общем-то, мы сможем его в любой момент взять и в любой момент на нем прокатиться. Однако... Предусмотрел я один вариант. Возможно ли получить награду за то, что ты выиграешь два раза, к примеру. Ну, то есть, чисто вот несколько раз, если выиграть на Hot Ring. Понятное дело, то, что дадут денежное вознаграждение здесь. Ну, это понятно. Кстати, сразу же хочу вам сказать. Ну, вот по поводу стадиона, да? Если у вас появятся такие вопросы. Какое мое самое нелюбимое и самое любимое состязание на стадионе? Самое мое нелюбимое состязание — это Hot Ring, как раз таки. Почему? Потому что 15 соперников, да, ну, включая нас, там 16 будет. Вот, 15 соперников, которые имеют самый классный искусственный интеллект на свете, они будут тараниться. Вы всегда будете стартовать последним, и, как всегда, ПКД к
кто-то будет улетать сразу просто вот на обочину, серьезно. И потом, после уничтожения этого самого транспорта, в конце круга они будут опять же появляться оттуда, ну вот из того места, откуда они появлялись, когда я уничтожал вражеский транспорт. Кстати, интересно, а сбрасывается ли круг у этих самых людей, когда мы их уничтожаем? То есть, если они, по сути, круг не доезжают, а сразу ресаются, получается, у них круг не засчитывается. Ну, вполне, кстати, было бы неплохо это проверить. И мне звонят. Fuck my life. Подождите секундочку. Думаю, кстати, завтра я вполне бы мог уже начать рубрику экспериментов GTA 4. И мне снова звонят. Вы понимаете, насколько это круто? Да, на этот раз решил время не терять, а сразу продолжать гонку. Ну и, в общем-то, да, надеюсь, я GTA 4 уже с завтрашнего дня начну. Рубрику, точнее, эксперимент начну в GTA 4. Но ролики по GTA City также будут появляться, потому что у нас есть, на самом деле, что еще протестировать. И какого-то хрена меня догнал этот чувак со второго места. Как это вообще произошло? Мы же ехали-то нормально с ним. Слушайте, я не хочу проигрывать. Суть данного видеоролика в том, что мы должны выиграть как бы ход ринг. Если что. Если кто-то не понял. И именно поэтому ход ринг я ненавижу больше всех. Из Memorial Stadium Challenge, скажем так. Нет, господи. Нет, я не хочу еще проигрывать. Блин, он едет. Я не знаю, он это или не он. Но я хочу выиграть. Я хочу выиграть. Еееее, мы выиграли 2.59. А нет, слушайте, так хот-ринг можно спокойно перепройти даже дважды, я так думаю. Кстати, почему бы и нет, реально. Итак, давайте смотреть на эту самую парковочку. Чего? Чего? А где хот-ринг рейсер? Я же выиграл. Хорошо. Возможно, его нету здесь, но, может быть, он появится, ну, где-то здесь, у стадиона. Серьезно, он должен здесь появляться. Хотя, я помню, когда выиграешь Blood Ring, он там точно появится. Но, вот насчет Hot Ring'а, я не знаю, серьезно. Это какой-то бред, друзья, я не знаю. Неужели он появляется только в Sunshine Auto? Sunshine Auto, если мы выполним последний список, то появляется гонщик Хотрин. Но сейчас вообще ничего нету. Короче говоря, его нет. Мой план рухнул, и несколько раз побеждать уже бесполезно будет в Хотринге, потому что действительно автомобиль просто не появляется. Поэтому эту тему мы с вами уже протестим в Бладринге в следующем видео. Там уже попробуем победить несколько раз. Я помню, там время будет увеличиваться, которое нужно будет достигнуть. И поэтому мы с вами... Завтра, я думаю, выйдет видос. Ну, посмотрим, да, наверное, завтра. И мы с вами все это дело протестируем. Ну, а с вами был Спектр, спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк на этот видеоролик. И всем пока.